Колесо обозрения на Онежской набережной в Петрозаводске демонтируют. А на месте старой конструкции, которая прослужила жителям и гостям города 30 лет, появится новый аттракцион. В администрации города пообещали, что на месте старого колеса смонтируют новое. Его везут в Петрозаводск из Ейска. Высота аттракциона останется прежней, а кабинки не будут полностью закрытыми. Вместительность колеса обозрения – 80 человек. Старый аттракцион будет храниться до тех пор, пока на него не найдется покупатель.